Робот собран из конструктора Tetrix, так как он алюминиевый и обеспечивает высокую прочность при небольшом весе. Конструкция имеет Т-образную раму, позволяющую наилучшим образом распределить вес робота. Помимо этого, П-образные балки позволяют укрыть проводку, защитив ее от механических повреждений. Для амортизации движения колеса вынесены на алюминиевых рычагах, позволяющих немного снизить тряску во время движения. Все компоненты робота имеют болтовой монтаж и рассоединяемые электрические разъемы, что позволяет быстро заменять любые электронные или механические компоненты. Бортовая сеть робота имеет три контура – 12 вольт, 5 вольт и независимое питание бортового компьютера. 12-вольтный контур питает двигатель и систему охлаждения, в то время как 5 вольт используется для электронных устройств, установленных на роботе. Центральным модулем системы является Raspberry Pi 3. Бортовой компьютер отвечает за беспроводную сеть, отображение состояния робота, передачу телеметрической информации на компьютер оператора и за управление роботом в автономном или ручном режиме. К Raspberry присоединена стандартная веб-камера и плата Arduino Mega при помощи USB-выходов. Одноплатный компьютер питается от пауэрбанка с зарядом в 11 ампер-часов, позволяющий работать без подзарядки не менее 6 часов. Arduino Mega запитывается от аккумулятора через импульсный преобразователь напряжения 12 или 5 вольт. Arduino управляет различными специализированными платами, там платы управления серводвигателей, детекторов линии, драйвером двигателей. Mega получает команды с Raspberry и передает обратное значение от датчиков, что позволяет производить всю ресурсоемкую обработку на бортовом компьютере, оставив Arduino задачу прямого управления. Отдельное питание для Raspberry позволяет полностью избавиться от шумов, производимых двигателями, а также обезопасить дорогостоящий бортовой компьютер. В движение робота приводят два 12-вольтных двигателя постоянного тока, толкающие робота с максимальной скоростью в 5 км в час на ровной поверхности. Драйвер двигателя имеет активное охлаждение, позволяющее работать ему в максимально напряженных условиях. Робот имеет 5 датчиков расстояния, один из которых установлен на руке робота, два оповещают робота о препятствиях на его пути, а центральные два установлены таким образом, чтобы помогать в позиционировании робота относительно предмета, который необходимо подобрать. Рука робота имеет противовес для снятия нагрузки сервопривода, отвечающего за его поднятие и опускание. Захват изготовлен при помощи 3D-принтера. Данный захват универсален и способен поднимать практически любые небольшие предметы. Конечный захват также съемный, что позволяет быстро заменять его тип для выполнения поставленной задачи. Самый нижний уровень, уровень Arduino, был запрограммирован при помощи языка Arduino C. Для управления роботом была написана специальная библиотека, включающая 10 классов, отвечающих за управление каждым присоединенным устройством. Также программа осуществляет обмен с бортовым компьютером через USB-кабель. Следующий уровень – уровень Raspberry. Данный компьютер имеет операционную систему Raspbian, созданную на основе Debian. Программа на этом уровне написана на Java и отвечает за сетевое взаимодействие с компьютером оператора, управление нижним уровнем, то есть Arduino, а также именно на этом уровне организован автономный режим работы робота. Использование полноценного бортового компьютера позволяет использовать все возможности программирования на языке высокого уровня, использовать библиотеку компьютерного зрения, математические библиотеки, построить графический интерфейс и так далее. Высший уровень – уровень оператора. Программа в нем также написана на Java, отвечает за прием данных с робота, их отображение, а также передачу команд оператора. Для управления роботом используется клавиатура персонального компьютера, что позволяет управлять роботом легко, без дополнительного оборудования. Видеосигнал приходит в этот же графический интерфейс. Помимо управления движением и положением манипулятора, оператор может регулировать скорость движения робота и перемещение руки и захвата. Ну, едь за ним.